уникальный спиннер из бумаги. Сделать популярную во всем мире игрушку своими руками саратовским детям помогла мастер оригами из Японии. Вместе с ней на фестиваль культуры страны восходящего солнца в наш город приехали и другие выдающиеся сенсеи. Первый урок прошел в областной библиотеке. Александр Блонский побывал на мастер-классе японских учителей, но так и не решился сделать спиннер из бумаги. В Саратове начал свою работу осенний фестиваль японской культуры. Он проходит уже далеко не в первый раз. Уже 25 лет ведет свою деятельность в Саратове Общество России и Япония. Именно они выступили организаторами этого мероприятия. Приехала представительная делегация из Японии, мастера традиционных искусств. Тут и кимоно, и чайная церемония, и фуросики, в основе которой лежит техника, скажем так, упаковывания предметов в ткань. И, конечно, оригами. Именно мастер-класс по оригами открыл программу фестиваля. Сенсей Агура Такаку, мастер оригами, более 20 лет преподающий по всему миру, показала свои выдающиеся навыки, в том числе научила детей делать вращающийся волчок, который многие сравнили со спиннером. Самое главное в оригами – это когда вы из одного листа создаете какую-то фигуру и получаете от этого большую радость. Запомнив основные базовые приемы оригами, можно на их основе создать свою особенную композицию. А может и произведение искусства, и даже свой собственный мир. Впервые на саратовский фестиваль приехал представитель искусства кендзюцу, фехтование на традиционных мечах катана. В данном случае эти мечи заменяются бамбуковыми аналогами. И вот Сигэру Матидзуки приехал к нам в Саратов. Кендзюцу гораздо более древнее искусство, чем кендо, которое появилось менее 150 лет назад и является скорее спортом. Когда 400 лет назад в Японии не такими частыми стали конфликты с внешними противниками, для профессиональных воинов стало важно сохранять свои навыки. Тогда и зародилось кендзюцу в его нынешнем понимании, не только комплекс боевых приемов и техники владения мечом, но и манера поведения, и воинские ритуалы, и образ жизни. Также в программе фестиваля показ японских фильмов и много другого любопытного. Александр Блонский, Олег Бирюков, Саратов 24.